Кирове направили в суд уголовное дело 36-летнего Шакура Шахгусейнова. Его обвинили в убийстве с особой жестокостью. 21 февраля обвиняемый выпивал с потерпевшим Дмитрием, потом мужчины поссорились. Шахгусейнов бил своего собутыльника руками, ногами, резал ножом, а потом застрелил. Детали этого преступления в рубрике «Сводка». Пьяный Шахгусейнов и 31-летний потерпевший Дмитрий поехали пострелять по мишеням из ружья, принадлежащего обвиняемому. Кульминация конфликта в этой смертельной истории произошла у села Трехречье. Там обвиняемый ударил Дмитрия ножом, а затем избил. Но этого ему показалось мало. Они сели в машину и уехали к озеру Рассохово в Орловском районе. Там Шакуров вновь избил потерпевшего и выстрелил из ружья ему в голову. Мужчина скончался на месте. После убийства Шахгусейнов скрывался в Самаре, но потом его задержали. Сейчас дело направлено в суд. Обвиняемому грозит до 20 лет тюрьмы. В Уржумском районе на трассе горел и изредка хлопал легковой автомобиль. Причина возгорания устанавливается. Машина вспыхнула за 100 километров от Советска и, скорее всего, легковушка сгорела полностью. На месте дежурили инспекторы ДПС. Работа мусорщика, как выяснилось, весьма опасная профессия. Напротив СИЗО номер 2 на улице Нагорной сотрудник САХА нашел подозрительный предмет с проводами и пластилином с надписью «Динамит». Мужчина испугался и тут же вызвал полицию ОМОН Росгвардии. Саперы выяснили, что это был муляж взрывного устройства. Опасности он не представлял. Полиция начала поиски закладчика, но в УФСИН сказали, что это были учения. Михаил Вагин, место происшествия.